Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Trailblazer 2007 года выпуска, 4.2 бензин, 295 лошадей. На этом автомобиле мы сегодня заменим масло, фильтр масляный и фильтр воздушный. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, смотрим, где находятся фильтра, сливаем масло и откручиваем фильтр масляный. Приступаем. Поднял автомобиль. Здесь у нас антифриз хлещет ручьем. Похоже, все-таки у автомобиля дунуло прокладку под головкой. Ладно, это потом опущу, когда масло заливать буду, покажу, расскажу. Сейчас снимаем вот эту маленькую защитку, откручиваем 4 болта. Здесь болтики быстрее всего на 13. Да, болтики на 13, берем, откручиваем. Поддон двигателя. Сейчас берем, ставим тазик и откручиваем пробку, сливаем масло. Масляный фильтр у нас находится вот здесь вот сверху. Вот он, сейчас я покажу его. Пробка тоже на 13. Есть вероятность, что пробка не открутится. Нет, пошла. Нет, пробочка у нас пошла. Открутится все нормально. Шаг на резьбе какой крупный. Сливаем масло. Ну что, у нас масло практически полностью стекло. Там тоненькая-тоненькая струйка еще стекает. Масло мы будем точно такое же использовать, джем, как было. Поэтому закручиваем смело. И откручиваем масляный фильтр. Масляный фильтр находится вот здесь, в передней части поддона, сбоку. Сейчас я до него доберусь. Тазик мешает.
он стоит с передней части поддона. Сейчас тазик, когда уберу, я покажу, в каком он месте стоит. Над стабилизатором. Масло мы используем GM. Баночка вот такая, Dexas 5W30. Фильтр мы используем Sakura C65380. Берем фильтр, заливаем масло, смазываем резинку и закручиваем. Масло налил, берем его, аккуратненько заводим, чтобы резинка. И затягиваем. Вот он, где фильтр стоит. Сейчас мы ставим на место защиту и опускаем автомобиль. Опустил автомобиль. Заливаем масло и меняем воздушный фильтр. Потом заведу, покажу, что как заводишь, сразу через какое-то время пробку радиатора мы новую поставили сейчас. Та старая пробка вообще давление не сбрасывала. И через патрубок сифонила антифриз. Ну понятно, что избыточное давление, откуда оно берется. Вот сейчас поставили новую пробку. Эта пробка тебе давление сбрасывает, но теперь шипит сразу в расширительном бачке. Это говорит уже о том, что где-то продуло прокладку под головкой. И, возможно, придется головку притирать. Так что сейчас человек покатается, определится и, наверное, все-таки будем делать, разбирать. Но перебоит, не перебоит, антифриз через глушитель не бросает, а вот здесь сифонит. Ладно, это следующее. Сейчас заливаем масло. Масло ушло 6 литров. Вот по щупу видно максимум. Сейчас заведем. Фильтр прогонит, и потом уже на чистую выставим. Теперь меняем воздушный фильтр. Для этого откручиваем корпус, вот эту верхнюю крышку. Там три винта под отвертку.
до конца они не вытаскиваются. И отключаем вот эту трубку, для удобства нажимаем фиксатор с двух сторон, вот так вот. Этот фильтр просто вставляется вот так вот. Ну что, ставим фильтр мы Сакуру А6536. О, смазочка даже идет, резиночку на вход мазать. Что-то я не видел такого давно. Ну ладно, это силиконовая смазка. Эту резиночку. Сейчас руки протру. Все просто, вся герметизация только вот на этом соединении, которое мы помазали. Корпус простой, ничего изобретать не надо. На Лексусах как сделают, корпус пыль подсасывает на ЖСах. Все гениальное, всегда просто. Так, ну что, все, поменяли мы масло, поменяли фильтр масляный, воздушный. На этом все. Всего вам доброго.